Всем привет! Я опять сегодня на этой же речке, на этом же месте. Как я ранее говорил, далее от берега идет русло, но дно там очень неровное. И даже если там ловить, то нужно ловить над всеми этими камнями примерно полметра над дном. Или ловить на донку. А если ловить в проводку, то в основном там клюет уклейка. Ну, правда, уклейка такого приличного размера для уклейки. Поэтому буду сегодня ловить, как в прошлые разы, чуть ближе к берегу на обратке. Там есть маленький участок типа стола с более-менее ровным дном. Поплавок у меня будет тот же, опять 3 грамма. Снасть будет с подпаском, который будет лежать на дне. Буду использовать либо 2 поводка на монолеске, либо 1. Потом основной груз будет находиться 20-30 сантиметров от подпаска. И глубину снасти, как в прошлый раз, я поставлю немножко больше глубины истины. В тот раз я поставил больше на 10 сантиметров, но все равно иногда снасть срывалась с места. Подпасок не удерживал ее. Сегодня я поставлю немножко больше глубину, где-то на 20 сантиметров. Прикормил прикормкой черный лещ. Насадки у меня будет сегодня либо опарыш, либо хлеб. Хлеб либо прижим, либо корочка хлеба. Если я использую корочку, я ставлю около крючка, примерно 2 сантиметра от крючка, ставлю еще дробинку 0,2 грамма, чтобы корочка не торчала вверх первое время. Иначе она высоко поднимается над дном. И еще поплавок я немножко специально не догружу, чтобы он был более устойчив на течение.